Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами веселая тема, веселая прокачка, так что делайте кофеечек. Сегодня мы с вами будем сливать 10 миллионов кулаков. Знаете, так вот, чтобы я там года два назад сказал 10 миллионов кулаков, да, ты что, прикалываешься, это что-то, блядь, просто мега вау, а сейчас смотришь 10 лямов кулаков, это вообще ни о чем, по сути, кулаки уже нафиг не нужны, потому что 50 тысяч коробок, там 50 тысяч того, это уже, ну, нормальное явление для битвы замков, если вы донат. То есть вы упираетесь в какие-то лимиты, и кулаки уже на сегодня это не проблема, но опять же не проблема для кого, не проблема для доната, для бездоната это, конечно же, как и была проблема, так и есть, они нужны. Ну а мне надо качать супер питомцев, поэтому мы сегодня с вами, ребятушки, будем сливать 10 лямов на прокачку. На прокачку супер пэта. У меня есть дофигища. Так, надо где-то. Где-то какао. У нас есть дофига печенек. Так, супер пэты, спаун 5900, плюс у меня есть еще дофига печенек, которые надо заюзать, прокачать им скиллы, а для этого надо дофига, вот реально дофига, смотрите, 1200 книг, поэтому хочешь не хочешь, а придется это все тратить. Так, окей. Поехали, поехали, ребятушки. Да, поехали. Поехали покупать на 10 лямов книг. Просто трэш, честно говоря. О, ничего себе. Сумка. Одна сумка 54 тысячи. Ну, IGGV, конечно, молодцы. Так, ну что, let's go, boom, 48, видите, у меня немножко есть, короче, 10, блядь, это просто нереально, 10 лямов мы тратим, ну, оно в любом случае, мне эти расходники надо будет не сейчас, то потом, я думаю, мы сейчас нормально так потратимся на прокачку скиллов, поэтому это не страшно, ну что, поехали, тратим. Чик, у нас осталось 20200. А по сути я их больше никуда и не трачу. Так, окей, книжечки мы докупили, поехали. Посмотрим на скиллы суперпэтов, некоторых питомцев подокачиваем. Я хочу в первую очередь покачать... тех, которые у меня уже прокачаны, вот вам 2000, пожалуйста. На девятку, на максималку плюс 2000, чтобы прокачать. Так, у меня там печеньки еще останутся, есть рука, однозначно качаем максимальный уровень. Все, теперь нам надо попрокачивать вот этих вот мелких, Дрейка подкачать под левел мутанта. Пойдем с вами посливаем. В общем, дофига, как видите, расходников. Ну, нереально дофига надо. 16-й левел у нас все. Такс. Поехали в спаун. 400. Будем добивать по чуть-чуть. Пол Дрейк. Ну, обычный такой качается. Мне надо еще волчонка прокачать. В общем, дофига всего надо, поэтому я решил еще дополнительно посливать. Ну, вот этих питомцев, которые, ну, по сути, мне сейчас особо и не нужны. Их продают и так сумки. Их будем потом докачивать, я не думаю. А хотя все может быть, они могут после нового левела, нового года ввести нам. Просто новый левел.
и добавить скиллы к питомцам. Это вполне вероятно, тут уже это HG. Все, что хочешь, можно ожидать. И дальше. Хоть будет куда деть. Я не знаю, или нам еще, конечно, хватит. Будем охотиться на сумочки. Но, наверное, питомцев не хватит. Так, окей. Поехали дальше качать. И тут у нас у мутанта 6. Давайте этого качать. Вот 2000 снеков осталось. Как видите, снеки. Надо 23 лавы. Оп. Снеки расходятся только так. Так, тут у нас 8, 6, 6, 6. Давайте немножко этого еще подкачаем, пока есть печеньки. Надо постепенно всех поднимать. Есть супер питомцы, которые реально офигенные, не стоят того. Есть супер питомцы, которые, ну, такие себе. Но все равно их в любом случае, если прокачать, для бездоната, я не знаю, для бездоната это, конечно, сложно. Для доната проще. Я хочу вот этого сделать, попробовать точность. Так, атаку мы словили. Вот так оно закрылось как-то все вместе. Вот реально прокачка от хп, посмотрите, сколько жизни дает. Крит резист. Ну, крит резист вообще, честно говоря, ни о чем. И крит тоже нафиг не нужен. Надо либо точность, либо уклонение. Одно из двух. Вот точность. Плюс 7000 точности, ребят. Нормально. Один питомец дает точности больше, чем у вашего героя. Жизнь. 7-7-7. Блин, хрен выролишь. А что там у нас закрылось это? Это за подстава такая. Крит резист и уклонение. Ну, с точностью я вот такого, допустим, питомца хочу сделать. Там, на Фрэнка, на Зефира, чтобы они просто тупо все время попадали, то есть они не миссовали. На уклонение у меня уже есть супер пэты, вот хочется именно с точностью, чтобы максимум было точности и попробовать героев. Против максимальных уклонений. Плюс у нас новая локация за пределы. Думаю, вы уже знаете, что там тоже усилили уклонение полным ходом. Поэтому туда реально надо хорошая точность. Ну, таким темпом можно слить 100, 200, 300к. И не наролить то, что ты хочешь. Это самое затратное. Даже созвездия не столько жрут, сколько прокачка суперпэта по статам. Ну, это того в итоге потом стоит.
Так, атака. Ну, атака, я не знаю, нужна она мне. Она мне, в принципе, особо и не нужна. Атака, это, конечно, классно, но... Пит дамаг. Не знаю, сколько мы уже растыкнули. Да. Шансы, конечно, еще раз атака. Это можно собрать, попробовать на атаку посмотреть. На дамаг Зефира, сколько он будет пробивать. Хотя, в принципе, тут прирост не особо такой большой будет. Но это пока мы его не прокачали на максималку. Посмотрите, сколько я уже ролю. Уклонение упало. Добиваем последнюю. Сотки очень редко падают. Процентов уклонения. Ну вы что, выбираете, издеваетесь? 5% хп. Это просто трэш какой-то. Да, градация, конечно, у них супер. Ничего не скажешь. Сколько мы уже? Тысяч, наверное, 150. Мне было 700 с чем-то. Где-то так уже слили. Вот то, о чем я говорил, что это самое дорогостоящее. Некоторые герои собираются даже намного проще, нежели собрать нормальное суперпэта с сотками. Бывает, по-разному жрет. Сотка просто не падает тупо. Даже любая сотка, она не хочет падать. Оно не влияет ни на силу, ни на что. Оно влияет просто на атрибуты героя, которому потом будет этот питомец. На котором будет этот питомец. Ну, а по сути так. Больше ничего. Но эти атрибуты, как видите, вот внизу эти 20%, они реально очень круто смотрятся. В итоге на топовом герое, и герой собирается просто неубиваемый. Ну, плюс у каждого такого героя есть еще, точнее, суперпэта, есть еще умение обалденное. Просто трэш, ребят. Вот так вот и живем. Какие они шансы сделали, я уже просто даже не знаю. 35% уклонения. Это вы что, угораете? Дайте мне уже хоть что-то сотого левела. Нифига не дают. Просто нифига. We'll be right back.
Вот я уже не знаю, сколько. Сколько мы уже слили, но вот таким вот образом просто сливаются самоцветы от обновы до обновы. Многие спрашивают, куда ты их деваешь. Так бы, если бы мы не тратили вот на эту всю хрень, на прокачки, созвездия и прочее, мы бы уже давно там за, не знаю, лямов 15 перешагнули. Но, как видите, интересно, я сотку выбью или нет? Атаку мы с вами вытащили, нифига себе, вообще бесполезно. Хотя, в принципе, на Зефира надо будет потестировать атаку. Такс, этим мы разобрались, поехали дальше качать снеки, суперпэтов и прочее. Давайте добьем его до максималки сейчас. Остальное все на печеньке сольем. Ну, видите, питомцы разлетаются просто. Дальше будем просто снеками добивать и подкачивать. Ну, я не знаю, сколько надо на фулл прокачку. Реально, просто на фулл прокачку надо, наверное, дофига печенек. Только девятку я вам показал, сколько надо, сколько уходит. Будет смешно, если там скоро они введут опять прокачку, я всех питомцев посливал. Будем ловить моменты потом. Такс. До 26 мы его подняли максималка. Ну, в принципе, неплохо. По чуть-чуть я их всех потом подокачиваю. Можно, в принципе, этих до 35 тоже довести. Сейчас попробуем все это сделать. Ну, конечно, нам, наверное, не хватит и всего расходников. Может, и хватит. Проверим. Так, нам надо ее, да, наловить. Все-таки лучше их качать по левелу, нежели по скиллу. Скилл скиллом, он просто силу дает, а вот левел дает нормальную прибавку. Блять, а что я получал? Вот это я тормоз. Нафига я этого мутанта качал? Не знаю. Ладно, останется на потом. Давайте крока. Хорошо, хоть немного. То сейчас бы накачал. Крока докачаем до максималки. Если нам хватит, конечно, всего. Скорее всего, может еще и питомцев не хватить. Так, есть.
Суперпад, Брайв Крок. Так, есть. И еще осталось немножко. Надо еще немножко докачать. Такс. Ну, в любом случае, потом и мелких надо будет поднимать, поэтому всех надо. Придется все равно потом докачивать, вытаскивать. Двести девяносто восемь. Раз сейчас мы докачаем суперпад. На печеньки спустим. На снеки. Снеков реально очень дофига надо. Знаю, тысяч. Сколько надо тысяч? Просто дофига. Так, отлично, атрибуты мы улучшили. 35. 9. Этих мы суперпэтов сделали девятками. Тут у нас восьмерка и шестерка. Это будет мутанта сейчас качать нам. Волчонка. Но опять же, у нас не хватит питомцев, скорее всего, на это все дело. Сейчас все на снеки спустим. Хотя мы их мало получим. Так, есть. Последний штришок. Все. Питомцев нет. Так, питомцев нет. Поехали. Супер Пэтом. Поднимем немножко мутанта. Дальше нам вообще печенек не хватает. Вот он. Пожалуйста, было там у нас дофигища их. Просто вот так вот теперь нам их не хватает. Вот так вот, ребятушки. 1700. Ну, осталось обычных качать. Как видите, их тоже 5 штучек. Ну, я сначала всех мутантов доведу, думаю, а потом уже остальных буду качать. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. 10 лямов у нас просто ушли в никуда. Кстати, я так и не посмотрел, сколько интересного у нас осталось книг. Но мы с вами потратили, считайте, на прокачку этих только мы уже потратили порядка 12 тысяч книг. И мы качнули только там сколько, 3 питомца. На 9 левел, до 9 довели. Вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.